Премьера. Это место в Петербурге называют дорогой смерти. Дети погибли. Девочки, мальчик. 16, 22, 21. Что заставляет молодых людей сводить здесь счеты с жизнью? Это реально аномальное место. Или это кто-то заманивает их сюда через соцсети? А вот эта картинка появилась ее на сайте как раз за день до ее смерти. Выяснит боевой маг Дарья Воскобоева. У нее был шанс выжить. Только так кажется. Дневник экстрасенса. В пятницу в 18:00 на ТВ3.